Здравствуйте! Большой приветик всем-всем! Я Оля с канала Flower Therapy и решила в сегодняшнем видео показать вам, как я сажаю или пересаживаю суккулент. Вот у меня есть вот такой вот старенький, как ее назвать, стеклянный, ну, стаканчик. Вообще это для мороженого. Он уже вон весь царапанный, так что можно в него теперь уже сажать цветочки. Так как нету отверстия, так, вот видите, мы добавим туда камушек. На дно надо камушки. Вот столечка хватит, можно даже еще чуть-чуть. Сейчас я покажу. Вот примерно вот столько камушек. Теперь добавляем землю. Кто не знает, какую землю, посмотрите предыдущее видео. Я показываю, какой субстрат я делаю. Добавила примерно столько. Сейчас надо примерить. Вот этот у меня новый суккулентик. Его надо обязательно пересадить. Но я его не пересажу, а перевалю, что ли. Вообще не буду трогать его землю. Просто надо его вытащить и посадить в новую землю. Почему я это делаю сейчас? Он набирает свет. Вот видите, это все набирает свет. Будет цвести. Земля у него очень-очень плохая, не держит влагу вообще. Мне его обязательно надо будет перевалить. Кажется, я положила много земли. Так, вытащим чуть-чуть, ничего страшного. Так, вот так вот. И теперь, я не знаю, если у меня получится, извините, конечно. Постараюсь, чтобы получилось. Так, положу. Оно должно выйти, потому что оно не поливалось несколько дней. Вот видите, ну, как легко выходит. Вот. И вот так, как есть, я его ставлю сюда. Получилось чуть-чуть высоко, видите? Выше, чем надо. Ничего. Ничего. Вынимаем. Вынимаем, ложим аккуратненько, чтобы не поломать, и чуть-чуть нижнюю часть, чуть-чуть, вот так вот, скажем, ее рукой аккуратненько, вот так чуть-чуть низ, можно землю убрать. Нельзя сейчас много его тревожить, так как он уже набирает цвет. Вот мы его укоротили, скажем. Так, а ну еще с этой стороны чуть-чуть. Вот. И теперь, мне кажется, оно будет как раз. Вот. Видите, как хорошо село. Сейчас, конечно, вокруг остались пустоты. Это надо маленькой ложечкой добавить землю. Сейчас я это сделаю. Ну и вот мои ложечки рабочие. Есть у меня и большая, есть и маленькая. Маленькой ложечкой аккуратненько начинаем заполнять пустоты. Это надо делать очень-очень аккуратно, чтобы не повредить растения. Надо иметь терпение. И любить эти растения, конечно. Если вы их любите, будет у вас и терпение это делать. Вот так вот маленькой ложечкой потихонечку мы заполняем все пустоты. Как заполню, я вам покажу. Ну вот и все. Я заполнила все пустые места землей. Сейчас я покажу вам со всех сторон. Очень-очень-очень аккуратненько это надо делать, чтобы не обломать вот эти вот нежные лепестки
суккулента. Они очень нежные, очень легко ломаются. Как я сказала, если есть, если вы любите эти растения, ну, у вас должно быть и терпение, конечно, их и пересаживать, и за ними ухаживать. Такой вот он красивенький, синенький. Смотрите, сколько у него бутонов, цветоносов. Посмотрим, какой цвет будет. Мне кажется, желтенький. Что-то наподобие вот этого, но меньше. Цветочки должны быть. Так, а ну-ка я приблизю. Какая красота. Смотрите. Какая красота. Как не показать вот эту красоту. Но это мой любимец, я это не скрываю. Она, он, эхиверия. Она. Такая вот красивенькая. Три цветоноса. Четыре. Что говорю? Четыре. Вот. Раз, два, три, четыре. Так, если хотите, можно, конечно, украсить камушками. Этими камушками, что я сыпала и вниз, можно украсить и вокруг. Вот так вот. Тут много и не поместится. Так, чуть-чуть камушек для красоты. Видите? Чуть-чуть камушек не помешает. Так, извините, я все делаю одной рукой, а другой снимаю. Мне не очень это легко делать. Извиняюсь, конечно, но по-другому не получается. Я не эксперт. У меня нету специального оборудования. Снимаю все на простую камеру. Ну вот такой вот получился. Посмотрите, какой он хорошенький. Вот такой на ножке. И посуда не выкинулась. И кактусик посадился. Мне кажется, очень даже красиво. Так, еще раз показываю его поближе. Посмотрите, как он хорошенький, голубенький. Ну вот и все. Если хотите увидеть пересадку кактуса колючего, пишите мне. Если вам интересно, я сниму обязательно ролик и покажу вам, как не поколоться колючками и пересадить колючий кактус. Ну все, от меня всем всего хорошего. Поскорее всем прекрасной весны. У нас она уже наступила. У меня хорошее настроение, я очень рада. И жду ваши комментарии и лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!